Нам нужно поместить партнеров в то, что любой его выбор приводит к нашей победе. Кожуховская, работаем. Мы душим и сайт-контроль, ребят. Мне кажется, людям довольно мерзко, когда их душат, особенно на соревнованиях, а это у меня чаще всего получается делать. Наверное, сегодня без беринбола. Потому что на беринбола нам нужно будет еще часок потратить. Не меньше. А может быть, два. Хорошие техники нуждаются в камуфлировании. Если вы любите что-то, берегите. Ну что, Анатолий? Вам понравился сегодняшний семинар? Мне понравился. Люди умные, приятно учиться. Для меня это очень ценно, что люди приходят на семинары в праздничные дни. Мне кажется, так наша джиу-джитсу станет скоро, выйдет на мировой уровень, если мы перестанем просто бороться. Честно говоря, до джиу-джитсу я пару лет просто боролся. Мы ходили с ребятами, встречались там, арендовали клуб. И сами как по кайфу боролись. Это была полная херня. И когда я пришел к Кристиану, первые два месяца меня жесточайшим образом вшатывали, и мне ничего не помогало, то, что я там боролся. Поэтому чем мы больше будем свой ум прокачивать, тем круче у нас в конечном счете будет получаться противодействовать силе. Даже если вы очень сильный, все равно это значит, что если еще голову приложить, то вы будете еще сильнее. Спасибо вам большое, ребята.